Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Дракон золотой, который голду сохраняет. Ребят, все, мы лоскутик. Мы не пробиваемые. Ну-ка, сейчас начнем. Что, сову ударите? Зато минус две брони, получай. Получай. Биг бананом. Наверное, не хочу один надавать. То есть, один банан, наверное, не жалко было. Второй как неохота. Я, возможно, 3 на 3 пойду. Чтобы я остался, мне нужно, по идее, что найти? Возможно, какие-то... Это свинообраз такой 1-2 на камушке. И торговка 2-5. Мы такие, ничего себе, прикольно. Камнями, бананами, забафаем под торговкой 2-5. И тогда, ну, пусть карта остается. 2 биг банана. Не, не биг банана. Ну, кстати, тоже неплохо. Забрать разведчика, забрать лентяя. Лады. Лады. Помогай. Жестко помогаю. Кстати, раздражатор может быть неплох. Лентяй его забафает со временем, правильно? Есть микробумик, который может давать атаку лентяй. Наверное, это раздражатор. Тача был. Скорее всего, 2 левела. Ты сейчас левел. Потом следующий копаем карты и снова левел. Один прокрути. Типа камни и камни, да, что такое? Который сохраняет этот... Блин. Атаку получил. Камни-то хотим левелапать и там в пятерке что-то еще раскопать. Возможно, какие-то бафы до камней искать, что-то подобное делать. С пашмаркой мы тоже будем левелапать. Нужно будет пытаться именно с пашмарки. То есть мы должны найти в раскопке какой-то меха на коня, может быть. Чисто, чтобы медь была. Оттуда пытаемся копать блюз и маракаса залочить и пытаться блюз ну, таким образом делать. То есть есть камни вариант и забавками искать. Есть вариант с пашмаркой и пытаться блюз играть. Нравится камни больше, ну давайте в камни поиграем. Го попробуем. Дуэт есть, дуэт тоже хорош. Вряд ли мы вот это вот хотим, да, делать? Мы еще покупать надо. Ну, если бы нам сейчас прокнуло... Да ладно, эта штука под обилку. Ну, это не здорово, мягко говоря. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Пеппер раскопают. Ну хорошо. Ну, давайте что-то подобное. Вот тебе золото. Хорошо, когда есть что разыграть. Ну, ладно, посмотрим. Может быть оттуда порт какой-то или... Эй, фаланга. С рандомной пятерки. Так, Истеба, спасибо за подписку, спасибо за 44 месяц. 44 месяц. Ты 6 будешь? Да, само собой, мы хотим 6 собрать. То есть неплохо было бы сейчас 3 собрать, а потом пятерку нужно скопировать, но... Судя по всему, просто, значит, собираем раздражатора и левелапаем. Как оно там? Все в порядке? И пытаемся отсюда что-то крутое достать. И что-то крутое у нас, это... Калискос? У нас есть 2 дракона. Попытаемся скопировать на следующие браны ищем.
Если рядом с битбоксером, бафать присоски в магазине через камни эти все. Присасываться будет получать и ты, и статы, и ты, и статы, да, допустим. Ну, наверное, это конец гос. Ну ладно, прям все зависит от того, найдем бран или нет. Все, ребят, тупо от этого зависит. Кособильня. Ну, опять же, найдем бран-то этого окидоки. Арсан, я тебя очень сильно люблю, я обещаю, больше никогда в жизни не буду копировать обидные пасты. Спасибо. Ой, все. Спасибо. Нашел брана по лицу. Драконы 6, который, скорее всего, нашел себе тоже, да, Калисгоса, но у него буквально обилка бран. Не стесняйся. О, я бы лучше подралась. Не обязательно Калисгос, но это да, не обязательно Калисгос. Все правда, правда. Ага. Это мы с вами. Кого продаем, чтобы это все сделать? Тебя, либо тебя? Копишь только, наверное, пока, да? Хотя ты 4 камня сейчас дашь сюда. Что это бафы на то, что у нас до конца игры останется. Мех рано или поздно, я думаю, идет. Но здесь сейчас мех сильнее. А поехали так. Хочешь глянуть на мое вудо? Гачигазом. Золотой Калисгос, еще одного Калисгоса и брада в роли, пожалуйста. Я что, много прошу, что ли? Но я почти справился. Не расстраивайся поражением, ты лучше, вот тебе сердечки. Ну че, за сердечки? Спасибо, ребят. Собери. Ты еще можешь видеть. Оп. Замечательно сыграно. Посмотрим, что будет дальше. Оп. Оп. Бран за бород. Мне нравится ход твоих мыслей. А что делаем? Дальше я дарал. А, зависит от того, сейчас справитесь или нет. На РТ до минус все-таки. Корона достойная меня! Лучше найми кого-нибудь. Кого она достойна меня?
Он довольно быстро стал норм-картой. Наверное, следующий будем просто копировать колескос и... знаю. Ну, то есть, да, нет, в ран, но золотой CSGOS все еще. Все еще золотой CSGOS и золотой CSGOS. Возможно, не ход потратить просто, чтобы купить батлкрай или что-то подобное. Хорошая игрушка. Роу. О-оу. О-оу. Ча. Я думаю, насчет вот этого чувака. Мы будем его на 3PS собирать, наверное, просто еще колесгоса, да, заберем. Это всегда еще один колесгос. Я просто заберу тебя. И седунькаю. На следующей продаже, да, это продажа Дарноз, мы там еще, может, что-то продажа. Поставил колесгоса, поставил Брана. Потом играешь боевые клещи и прррр. И, наверное, просто седунькаем. А чё из-за этого мне стало снова какая-то странная? Ребят, если что, у него в прошлый раз был Лерой Дженкинс на первом слоте, я поэтому поставил стенку на первый слот, чтобы он мог брат-братишка под музыку ударить. У него был Лерой Дженкинс, но он продал. Кто знает, никто ничего не знает. Так, кого будем продавать? Ты уйдешь, правильно? Пшел вон. Шикарный риф. Выбор опытного командира. Баф. Баф. Шух. Шух. Стенку тебе. Стенку тебе. Кто еще хочет быть стенкой? Чат, кого еще стенкой сделать? Так, КамАЗ, спасибо за подписку, спасибо за 16 месяц. Здорово. Бам-бам. Пико публия поставим закрывашку. На следующий ход уже будет бабы просто. Окей, шоу мне очень гад. Давай. Сейчас будем с тобой толкаться. Эффекты конца... О, подождите, так это быстрее просто качается. Уйдет бран золотой. А я что? Я молчал. Я ничего не говорил, я молчал. Ничья, да? Это просто быстрее качается, чем мы. Он нас перескинул уже. Сражение в самом разгаре. Фак.
Я квейт. О, но. О, но. Смешные существа залочили это все дело? Ну, по батлграйдам здесь, конечно, будет здоров, да? Что я могу сейчас украсть? Подожди, я могу брана украсть. Как вы шансы, что я сейчас украду у него два брана? Вот просто поставил его и два брана раскопал. Сто процентов шанс, всегда будет. Ну поехали, хорошо. Делись браном. Почему-то не было штуки с триплетом. О, переобувка. Ладно, пожалуй, не перемывка. Еще лучше, я же не успею с этим всем. У него это все типа эффект конца хода, и он... Привет, Арсланчик. Где он там? Поставь, здорово, плиз, песню. Эта штука золотая. Он нас постав... просто себя обгонит. Я, конечно, за ним не успею с этим всем. Пусть у нас бран обычно, у него золотой, и еще эффект конца хода золотые. Так, Ивар, спасибо тебе за 100. Трек поставлю, конечно, давай поставлю. А Зефрис отлетел. А Динатор отлетел, что? Теперь развивай успех. Кому-то не поздоровится. О-о-о. Баф, нямка. О. Могучую ты собираешь армию. Шух, шух, шух. От таких надо избавляться. Вот тебе золото. Шух, шух, шух. Шух, шух, шух. Нормально, мы оперскейли. Ой. Подожди, ничего, не перескейли, тут нища. Дайте мне билетикуса. Сражайтесь. Как оно там? Все в порядке? Сражайтесь. Вот это уже разговор. За любовь. Дракон слаб по сравнению с мурлоками. Но они просто не успеют это перескейлить. Сейчас скорее мурлоки 8-5 вот это вот плюс морчает супер сильно. Я думаю, кого забрать. То есть обоих забрать или просто, ну, забрать, залочить. Эта штука может быть бабл сюда потенциальный. Либо монета. Думаю, следующий ход начнем с того, что я его продам. То есть эта штука пристается против... Она может ударить в фалангу. Там еще бран, правда, в стенке. Но Лерой мне нравится, учитывая, что и тот, и другой персонаж, они играют через баф мурлоков. Короче, это просто хорошая карта. И тут вопрос по локу Аргазао. Брана, ну мы же хотим брана просто продавать. Мы же хотим вначале что-то покрутить. Может быть, найдем какие-то карты, еще больше статов будет. То есть можем дракона продать, покрутиться. Вместо этого дракона поставить Лероя, а вместо брана поставить закрывашку еще там, допустим, что-то. Нет, брана сейчас сразу нет смысла продавать. Ну, это... Зачем просто? Что ты хочешь? Продать брана, чтобы поставить героя на стол? Против бота? Когда мы можем с браном сейчас получить какую-то value. Вот, я могу что-то еще придумать, допустим. Больше не помог же... А смысл брана продавать? Просто что продать? Короче, это... Забей. Это ж просто плохо.
шарме. Выбор опытного командира. Ну, это наш став, да? То есть мы тебя ставим. Мы его заберем. Ба-ба-ба-ба. Окей. Поставьте, пожалуйста, композицию. Минус. Три бабла раскрутил на этот ход. Но это было не очень хорошо. А поставьте, пожалуйста, композицию. О-о-о, русский парик. Спасибо за 300. Ну-ка, сейчас трек-то поставил. Голос овощей, что? Где вы такие треки находите? Сражение в самом разгаре. Ролл оттуда бабл. Продать его, да, ради него можно, но... Вот этого не стоит даже особо. Ладно, смотрим. Кажется, ты... В основном надо просто этого чувака заметить на Басажабра, да, и с Басажабра что-то еще призывать. Чтобы это как-то работало. А, подожди, у него бабла навсегда, что ли? Что за фигня? Он новых три бабла нашел? Hello? Он каждый раз три бабла находит? Это как? Там у него временные баблы, которые, ну, в конце хода спадают. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть!